Всем привет, с вами MacFNet, и сегодня мы рассмотрим нашумевший отечественный смартфон Yota Phone 2. Меня зовут Игорь Август, и мы начинаем. Смартфон был показан общественности еще на выставке МВЦ 2014 в феврале, но в продаже появился только сейчас. Главной фишкой российского флагмана является наличие всегда активного сенсорного E-Ink-экрана на задней панели. Диагональ этого дисплея составляет 4,7 дюйма, разрешение QHD, а защищает его стекло Corning Gorilla Glass 3. Основной экран имеет диагональ 5 дюймов, выполнен по технологии AMOLED с разрешением Full HD и все той же защитой Gorilla Glass 3. Остальные спецификации Yota Phone 2 включают 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2,2 ГГц, Android 4.4 KitKat, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутренней памяти. Основная камера имеет 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой. Передняя камера имеет 2,1 мегапикселя. Есть поддержка NFC и беспроводная зарядка QI. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч. Yota Phone 2 действительно русский смартфон. Его идеи, концепция, разработка, специальное программное обеспечение для E-Ink экрана, интерфейс и многое другое создавалось в России. Несмотря на это, география присутствия компании Yota Devices включает Европу, США и Азию. Компания размещает там заказы на комплектующие, осуществляет продажи, проводит исследования. К примеру, основной AMOLED-экран был создан в партнерстве с корейской компанией Samsung. Специально для этого смартфона ему уменьшили толщину до необходимой. Впечатление от смартфона приятное, он отлично лежит в руке, не скользит и выглядит достаточно футуристично. Оба дисплея качественные и отзывчивые, но к сенсорному E-Ink экрану однозначно требует привыкания. Применение такого экрана сильно разнообразит повседневное использование смартфона. Он может служить заставкой, часами, показывать напоминания. На него можно вывести основные телефонные функции, сберегающие заряд батареи, или полноценный интерфейс системы Android 4.4 KitKat, а также простенькие игры. Цена устройства составляет 33 тысячи рублей, или 26,5 для владельцев первого смартфона, и за эту цену у устройства огромное количество конкурентов. Но несмотря на них, Yota Phone такой всего один, и если вы ищете необычный гаджет в подарок себе или кому-то еще, или просто нуждаетесь в E-Ink экране, то смело можно смотреть в его сторону. Это один из самых интересных и необычных Android смартфонов на рынке.